Добрый вечер, дорогие друзья. Решил провести прямой эфир. Что-то то ли отдохнул, то ли что. В общем, хочу с вами пообщаться. Вот. Как у вас проходят, прошли выходные? Я так понимаю, сегодня Рождество. Кто-то мне сегодня сказал, что сегодня Рождество. В общем, всех с праздником. Праздником. Как дела, друзья? Если у кого-то есть вопросы, задавайте, поотвечаю на вопросы. Сегодня так, кто-то настойчиво стучится, давайте посмотрим. Алло, здравствуйте. О, привет, я же тебя, ты же у меня была. Да, я у вас была, вот, хотела помочь. Как здоровье? Я опять в больнице. Ты где, в больнице, в Астане или у себя? В Актау. В Актау. В Актау. Ага. Да. Тебе сейчас лучше, я смотрю, да? Или как ты себя чувствуешь? Лучше, да. Просто мне для диализа на руки, помните, делали операцию? Угу. Она тромбировалась, а мне сделали вторую. Она у меня, кровотечение пошло оттуда у меня. Я 3 литра крови потеряла, и вот 1 января. И теперь в больнице, и у меня опять апатия, опять мне ничего не хочется уже, и я лежу сегодня, я за целый день ничего не кушала, не пила, совсем ничего, абсолютно, вот сижу только. Ты не хочешь? Ага. Я уже устала, да. Устала, ну, в апатию впала, я только лежу и все, ни с кем не разговариваю, трубки не беру. Ничего. Родители приходят, я их отправляю обратно домой. Я не знаю, но у тебя глаза живые. Глазки закручивать? Глаза закрой, вдох, выдох. Ага, открывай. Ты в одноместной палате, там никто не испугается, если мы с тобой работать будем? Нет, люди есть, но кушать пошли. Никого нету почти. Не испугаюсь. А то вдруг... Ну, подыши давай. Ты телефон как-то поставил. Ты в руке держишь, да? Да. Сейчас я как-то поставлю. Ага. Так. Вот так. Садись, глаза закрывай, вдох через нос, выдох через рот. Просто подыши глубоко. Если я с кем-то буду разговаривать, то ты просто не отвлекайся, ладно? У тебя процесс пойдет, и я с тобой буду разговаривать, хорошо? И напомни, как тебя зовут просто, а то не помню. Малика. Малика, все. Закрывай глазки. Вдох через нос, выдох через рот, просто дыши. В желудке напряжение такое сильное. Давай еще. Еще глубже вдох. Thank you.
Давай еще вдох. Глубже дыши. Еще глубже вдох, выдох. То, что Давай, выпускай. Прямо из груди боль, давай выплачивай потихоньку. Вот. Еще. Давай, давай, давай. Вот так, мой хороший. Вот так. Вот тут душа болит. Выпускай. Ага. Давай. Давай, давай, выплачивай. Еще. Малюта, плачь давай. Ага. Вот так, мой хороший. Давай, давай, плачь. Выдох. Ага. Вот так. Давай еще. Неплохо. Закрой глазки. Ага. Вот так, малюкуша, давай. Угу. Из печени прям вот из-под держилочек. Выдох. Вот, выдох. Ага. Вот так. Давай, давай напряжение чуть. Выплачивай. Маленько выплачивай. Вот так, мы хорошо. Да. Еще. Вот так. Почка левая. Выплакивай, выплакивай, да, Малика. Плачь. Выдох, выдох, из груди прям выдыхай. А, вот так еще. Выдох. Вот так, молодец. Вот так. Давай, давай, да. Устала душа, давай, выпускай боль. Вот так, мой хороший. Выдох. Ага. Вот так. Еще давай. Вот так. Давай еще. Выдох. Выдох. Легче, да? Да. Маленько выдох. Ага. Вот так. Выдох. Вот молодец. Жить охота. Выдох. Ага. Вот так, Марк. Сейчас ощущения в теле. Что чувствуешь? Легче, но уши закладывает. Ага. Выдохни, прям вот позевай. Вот. Ага. Вот так. Тошнит. Ага. Давай. Вот. Сможешь блевануть пойти, а? Туалет рядом? А? Лоток. Ага, давай. Давай в лоток прям. Давай. Ага. Вот так. Подыши еще, сейчас его вытащим. Потом пойдешь покушаешь или водички попей. Давай.
Кажется, отпустила. Да. Угу. Отпустила. Сейчас что происходит? Легче дышать. Угу. На руках слабость. Угу. Подышите. Получится поплакать, еще поплачь, выдыхай. Вот, еще боль пошла. Давай, давай. Прямо из груди вот отсюда сейчас пойдет. Еще. Давай, давай. Давай, хорошо. Давай. Вот так. Выплакивай потихоньку. Давай еще. Еще боль из души идет. Выдыхай. Вот так. Вот так. Выдох. Ага. Вот так. Вот так. Давай, зевай, зевай. Вот так. Давай еще. Вот так, мой хороший. Давай, давай. Еще давай. Вот так. Вот так еще. Вот так. Маленько сейчас что-то в теле. Ощущения какие? Легче дышать. У меня до этого живот болел. Угу. Сейчас боль ослабла. Угу. Тошнить стало? Нет. Или перестало? Ага. Шея болела легче. Да. Угу. Сейчас в теле ощущение как слабость, да? Да, слабость. Ага. Как слабость. Угу. Давай. Да-да. Вот так, еще. Еще. Давай. Давай, вдох сделай глубокий. Глубже. Еще. Давай. О, ага.
Нет. Их не сводит еще? Кисти не сводит? Нет. Кисти покажи. А, нормально, да? Да. Ага. Ну, да, дыши глубже. Дыши, дыши глубже. Еще давай. Прямо из груди выпускай. Давай, дыши. Вот так. Угу. Ой, давай, давай, выдыхай. Там в душе очень много боли. Прям много. Вот поплачь чуть еще, а, Малька? Вот так, мой хороший. Еще давай. Вот так, выпускай боль. Ага, вот так еще. Вот так, давай, давай. Выпускай, выпускай. Выпускай. Плачь. Только комментарии не читай, пока я тебя прошу. Плачь просто. А то у тебя внимание отвлекается. Вот так, мой. Вот так, давай, еще. Вот так, еще. Еще. Вот так. Давай, давай, давай. Выдох. Выпускай еще. Угу. Вот так, молодец. Вот так, да. Еще давай. Плачь. Угу. Вот так, молодец. Как дела? Лучше. Ну, еще давай. Выпускай. Еще не останавливайся. У тебя много боли, родная. Выплакивай все. Сейчас что чувствуешь? Тошнота. Угу. Угу. Пускай. Еще.
тебя вырвать должно. Ну, у меня желудок просто пустой. Наверное, из-за этого. Может, водичку попить? Попей. Слабость. Угу. Легче тебе? А? Легче тебе? Легче. Угу. Слабость, но легче. Руки немножко опустила. Угу. Дышать легче. Здорово. Вот. Ага. Дышай. Хочется спать. Ложись тогда спать. Сейчас все выключай, ложись, поспи тогда, отдохни. Проснешься, захочешь кушать, скорее всего, покушай, ладно, только немного. Хорошо. Договорились? Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Давай тогда, давай. Удачи тебе, выздоравливай. Ага, спасибо. Ага. Вот тебе тут все желают выздоровления скорейшего. Спасибо. Потом спасибо. Почитаешь комментарии. Ага. Давай. Давай, пока выздоравливай. Ага, спасибо. Угу, давай, пока. В общем, еще раз всем здравствуйте. Она так неожиданно Малика зашла, что я сейчас отвечу на те вопросы, которые были заданы до этого. Так, здравствуйте, Игорь. В Усть-Каменогорск я приеду в январе. Это уже вот скоро, это в конце января, 26-27, по-моему, будет тренинг в Усть-Каменогорске. Поэтому позвоните организатору и к ней запишитесь. Или напишите мне на WhatsApp, я вас туда перенаправлю или. Болят колени, не отпустили прошлое, не хочу боитесь идти в настоящее, и вот болят колени. Здравствуйте, удачи. Вот. В общем, Маликуша, она приходила, ее привозили, она лежала в Астане в больнице, она ко мне приходила с тетей, мы с ней работали, сейчас ее состояние, конечно, намного-намного лучше. Во всяком случае, а то, что я сейчас вижу, это она сейчас прям намного живее, чем тогда, когда она приходила впервые. В Павлодар вряд ли пока в планах нету. Не знаю даже. В Павлодар, по-моему, ездит МакПаул, это ученица моя, можете к ней попасть. Посмотрите, у меня тоже в друзьях есть. Вот, да, это Киндири. Вот, поэтому такие вот дела. Кто-нибудь еще хочет прямой эфир? Основные, вот, да, вот этот вопрос был. Основные причины появления блоков – это не проявленные эмоции, то есть подавленный гнев, подавленный смех, подавленная обида. Это те эмоции, которые мы не смогли проявить. Они появились и не проявились никак. И это основная причина наших эмоциональных блоков.
Я хочу. Давай. Кофту дай, пожалуйста, точно. Дует. Что вы лечите? Я, в принципе, я не лечу, я помогаю людям высвобождать их эмоциональные блоки, и поэтому некоторые выздоравливают. А есть аллергия на продукты, почти все сразу растут. На продукты аллергия – это обезвоживание и непринятие себя, поэтому с этим надо разбираться. Есть книжка «Вы не больны, у вас жажда», можете с ней как-то ее почитать и там посмотрите. Если куфту один, вот у меня сбоку надул. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Айгуль, да? Так, Айгуль, да? Так, хорошо. Я из Павлодара. С Павлодара. Вас услышала я очень недавно. Мне подруга посоветовала к вам подписаться, но я, правда, у вас на страничке еще не находилась, не смотрела ваши видео. Но то, что я увидела сейчас, меня очень поразило. Вы хотели поработать? Как-то я сам тебя слышал, со звуком что-то не понятно. Со звуком вроде хорошо. Ощущение, я почему обратилась, ощущение безразличия ко всему. Это что? Это надо смотреть. Ни страха, ни боли. Как давно? Последний, наверное, месяц. После чего это? Стресс был. Меня очищала одна женщина от негатива. Отливала меня воском, потом отливала меня свинцом. И после этого у меня появилось такое ощущение полного безразличия к жизни вообще. Переживаний нет, боли нет, страха нет, ничего нет. Вот что воля, что не воля. Мне предлагали купить методику Мастер Кит, но я что-то... Не понимаю. Закрой глаза. Сделай глубокий вдох. Выдох, выдох, через рот. Еще вдох. И выдох. Дыши глубже. Еще. Ощущение в теле сейчас. Головокружение. Угу. Руки, ноги, лицо, что происходит? Онемение. Онемение. Бросает в жар. Закладывает ухо. Левое почему-то. Что за женщина, которую ты не хочешь слушать? Слышать не хочет, да. Задолбала меня. Женщина, свекровь, наверное. Глупая женщина. Поэтому не хочу ни слушать, ни слышать.
левое ухо закладывать сильно. Угу. Угу. Вибрация по телу пошла. Хорошо. Хорошо. Из груди выдыхай боль. Из груди выдыхай боль. Угу. Вот там причастие, как будто душа такого золотого цвета. И вот прям ее расправляешь. По всему телу. Чтобы золотой цвет был по всему телу. Тяжело. Довольно. Закладка в уши дышать мешает. Давай дыши глубже. Давай дыши глубже. Давай вот так стой. Давай вот так стой. Еще вот оно пошло. Еще вот оно прям пошло. Давай, выдох. Иди прям, давай. Вот теперь из желудка выдох. Теперь из желудка выдох. Давай. Давай. Сильнее выдыхай. Сильнее выдыхай. Холод пошел. Не понял. Не понял. Холод пошел и уши полностью заложило. Ты можешь телефон как-то переставить? Я сам тебя слышу, прям невозможно. Вот так нормально? Раз, раз. Раз, раз. Раз, нормально? Что-то с микрофоном. Вот так нормально? Не знаю. Не знаю. Нет, я сам себя слышу. У тебя наушники есть? У тебя наушники есть? Блин, сломались наушники. Так нормально. Я вас спрошу. У меня холод по телу пошел. И потеть начало сильно. Давай-давай, дыши глубже. Давай-давай, дыши глубже. Как выйдет, как выйдет. Холод. Холод. Выдавай от кашля. Выдавай от кашля.
уши отпустила. Прямо отрыгивай. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Вот сюда тебе ножи на горло. Вот сюда тебе ножи на горло, вот тут. И откашляй. Ага. И откашляй. Сделал глубокий вдох, нажми на горло, и кашель пойдет. Смотри. Вот так, давай. Вот так, давай. Сплевывай, откашляй. Сплевывай, откашляй. Головокружение началось. Что началось? Что началось? Головокружение. И нос заложило. Угу. И что успели? Угу. И что успели? Ясность ума какая-то. В голове какая-то ясность появилась. Как будто. Хорошо. Хорошо. Высвободилась от чего-то, как будто. Ай, уши закладывает. Почему уши закладывает? То правая, то левая, по очередности. Потому что самая умная. Просто самая умная. Кушать никого не хочешь. Кушать никого не хочешь. Нет, я да, не хочу. Ну. Ну. Потому что ты тупый, и я же самая умная. Ты тупый, и я же самая умная. Да, вы правы, я никого не слышу, не слушаю. Блин, этот колотит. Тело все трясет. Ай, трясёт, какой, блин, аж в холод бросает. Давай, давай. Давай, давай.
Ну да, боль прям. На меня посмотри еще раз. Вот здесь точка есть. Здесь вот сюда надави. Будет очень больно, плачь. Вот сюда? Ты на меня посмотри. Вот здесь речь. Ага. Надави пальцем. Нашла? Больно прям. Угу. Вдох делай, надави и надави, выпахивай. Вот так. Ребята, я сейчас не вопрос закончен, но вопрос отключу, просто сам себя слышу, не понимаю, что-то дыши. Захлебывался от кашля. Давай. Два пальца в рот, засунь, не звони прям. Ой, боже. Вышло? Да, такой сгусток какой-то. Ага. И отрыжка идет, блин. Ну вот, отрыгивай. Ну, блевать не хочется. Вот кусок какой-то слизи вышел. Ой, уши отпустила. Но в груди что-то стоит, как пелена. Как это? Ну, выдохни, проплачь. не хочу плакать. Не хочу называть. Проплачь.
ощущение, как будто простуды. Першит. Ой, не дышай. А? Дыши, слезы, ощущение, хотелось плакать, но оно ушло куда-то. И вот прям ощущение рыдать, не хочу рыдать. Опять уши закладываются, блин. Оно как будто порциями выходит. Прекращается, потом опять начинает. Есть. Густки выходят какие-то. Тяжесть в ногах появилась, и тяжесть в руках.
Сейчас еще не купи. Мне какие-то лохмотья с горла выходят. Цвет какой? Белые сгустки. Хорошо. В ногах, вот ниже колена, и на руках, ниже локтя, тяжесть и вибрация. Легче, как ощущение легкости. Такое ощущение, как будто в мозгах воздух появился. Не знаю, бывает такое, нет? И уши, то закладка уходит, то левая закладывает, то правая вот так вот чередуется, но закладка такая, как сказать, не тяжелая, как вот до этого было. И это по всему телу идет такая, знаете, как этот, колотит. Хорошо. Лихорадит. А? Лихорадит, да? Да, вот лихорадка, ощущение лихорадки. И, блин, вспотела, как будто в парилке побывала. Ужас. А так ощущение легкости, в груди ощущение легкости и в голове ощущение легкости. А так лихорадит прям по всему телу. У меня же телефон трясется. Хорошо. Ой, какой колотун вообще. Теперь в холод бросает. Вот так то в жар, то в холод, то в жар, то в холод. Прям сгустки такие нехорошие. После как сгустки выходят, закладка в ушах уходит. Потом опять появляется. Да, потом опять легкая появляется. А так общее состояние легкости и бодрости. Здорово. Силы появились. Я вот буквально, когда начала ваш эфир смотреть, у меня было такое ватное состояние. Ничего не хотел сделать. А сейчас прям ощущение бодрости появилось. И лихорадка, блин, она не заканчивается. Она такое ощущение, это волнами усиливается, отпускает, усиливается, отпускает. Ой. Здорово. Теперь опять уши закладывает. И такое онемение в кисти онемеет. Рук. Как этот, как не как судорога, а как вот, как сказать, как отек, что ли. Нормально. Встретим руки. Я был мотеда. Сопли побежали. Лихорадка прошла. Ощущение легкости, бодрости. Легкое закладывание в ушах чередуется слева направо. А так, ну как? Хорошо стало. Здорово. Закладывает уши опять.
Ой, блин. А вот то, что вы говорите, самое умное, никого не хочу слышать и слушать, это плохо? Ну, ты людей не слышишь, и из-за этого он плохо пропускаешь. А, поэтому... Тебе люди возможно слышат, а ты их перекрываешь. Перекрываешь ты твои гордыни. Да нет у меня гордыни, откуда? Просто недоверие к обществу, людям, к окружению. Не понял. Недоверие к окружению. Ну, это гордыня. Ну, это гордыня. Сейчас эфир закончится. Давай, пока, ладно, я тебя выключу, потому что я сам тебя слышу. Хорошо. В общем, друзья, сейчас я выйду еще раз в прямой эфир. Заходите, уже поговорим, потому что звук был плохой, и было невозможно разговаривать. Давайте, пока-пока. Сейчас выйду в прямой эфир еще раз.